Знаете, наверное, и наверняка стоит жить очень и очень долго, только для того, чтобы так тебя любили. Это уже даже и не важно, за что и почему. Слушайте, люди любят, любят тысячи, сотни людей, они все помнят. Это, мне кажется, и есть смысл жизни, смысл жизни. Вот, это я сказал, сейчас отложу, пойду дальше. Вы из Санкт-Петербурга, это синоним. Я вам сейчас три стиха прочту. Один из них будет: вы и красота — это синоним, вы и талант — это синоним. Нормально, все, нормально. Вот. Я вам три стиха прочту, очень коротенечко, из очень приличных поэтов. Один из них — Давид Самойлов, другой — Вадим Шефнер, а третий, дай Бог ему здоровья, Игорь Мертенев, московский поэт. Вы прекрасный, кстати, поэт. Ваша книжка продается, продавалась в доме книги. Вот. То есть я вам прочту посреди ваших коллег. Это вот у Давида Самойлова кусочек из стихотворения, как про вас и написано. Ведь высший дар себя не сознает, а красота превыше дарований. Она себя являет без стараний и одарять собой не устает. И отрешась от расы и забот, мы слушаем в минуты просветления то долгое и медленное пение, которое себя и создает. Это теперь, значит, про ваше трудолюбие. Ни справочников, ни программ судьба не устает. Она вовек не скажет нам, что нас в дальнейшем ждет. Ей равнодушно, просто ли в известность ставить нас, что нам сулит грядущий день, что будет через час. Ты сам лепи свою судьбу из глины бытия, тебе пока ты не в гробу, подвластна жизнь твоя, а будущим гадалки лгут. Примет правдивых нет, и только долгий честный труд на все дает ответ. Вам. Люблю, глаза твои синее озера, а может быть еще синее. Люблю тебя сильней бульдозера, а может быть еще сильнее.